На углу улиц Ивана Голубца и Крылова земельный участок завален строительным мусором и бытовыми отходами. На обочине дороги анапчане устроили несанкционированную свалку, не затрудняя себя заказом машины для сбора крупногабаритного мусора. Ведь за эти услуги надо платить или не надо? Если просто вывалить на обочину мусор и забыть, видимо, так рассуждают нарушители. Жителями города Анапы устроена несанкционированная свалка на территории муниципального образования. На данный момент силами управления муниципального контроля организована уборка этой территории. И большая просьба к жителям города Анапы не устраивать несанкционированные свалки в неустановленном месте. На земельном участке работали два спецавтомобиля. Собрали мусор и вывезли на специальный полигон. Мгновенно представители прибыли сюда, на эту территорию. Как видите, уже идется уборка. Изумительная реакция. Обычно наши привыкли ругать представителей администрации. В данном случае я хочу высказать огромную благодарность этим людям. Потому что, во-первых, это наша жизнь, это наше здоровье, это благосостояние и района, и города в целом. Собственнику участка направили уведомление о месте и времени составления протокола об административном правонарушении. За ненадлежащее состояние участка собственник заплатит штраф, сумму которого определят на заседании административной комиссии.